Новосибирске состоялось кустовое совещание работников швейных фабрик Сибири и Дальнего Востока. Участники совещания просматривают новые образцы одежды, изготовленные Новосибирским домом модели. Маленькая Наташа, видимо, довольна своим нарядом. Удовлетворят новые модели и более требовательных потребителей. Разнообразие фасонов и ассортимента учитывает возросшие запросы и вкусы советских людей, которые хотят одеваться добротно и красиво. Лучшие новые модели одежды будут рекомендованы фабрикам для массового пошива.